Здравствуйте! Видео об открытии и аварийном запуске Audi A3 2009 при полной потере ключей. Это тестер Pandora 605 для проверки штатных сигнализаций авто для Европы и США. Устройство для аварийного запуска автомобилей ВАК 2008-2014. Тестируемое авто Audi A3 2009. Штатным ключом несколько раз открываем-закрываем авто. Показываем, что тестер Pandora 605 для Европы и США работает на частотах 315, 433, 434 и 868 МГц. Кладем тестер на капот авто. Примерно с расстояния 15 метров штатным ключом закрываем двери авто. Показываем, что сигнал от ключа распознан и записан в ячейке памяти тестера. Проверяем. Двери авто закрыты. Теперь несколько раз тестером открываем-закрываем двери. Слышно срабатывание центрального замка. Открываем водительскую дверь и входим в авто. Жалом ключа несколько раз включаем зажигание. Двигатель не запускается. Берем устройство для экстренного запуска двигателя. Выходим из авто. Открываем капот. Присоединяем это устройство к заранее подключенному к блоку ABS разъему. И нажимаем кнопку устройства. Вспыхивает синий светодиод. Возвращаемся в авто. И жалом ключа вновь включаем зажигание. Двигатель запустился. И АКПП разблокировалось. Выходим из авто. И на включенном двигателе отсоединяем устройство от блока ABS. Закрываем капот. И вновь возвращаемся в авто. Двигатель продолжает работать. Жалом ключа выключаем и вновь включаем зажигание. Двигатель запускается. Глушим двигатель
и выходим из авто. Тест успешно завершен. Спасибо всем за просмотр!